Мы за кого? Спецназ. Мы спецназ. Бомба. Уничтожить объект. Бомба взята. Че, Санька, пизды с прокида был. Егор, она вот задымилась на крыше. Хуй знает. Блять, у меня даже дыма нет. Цель уничтожена. Цель уничтожена. Отлично, бойцы. На него похуй было или что? Ему это понравилось. Уничтожить объект. Прошел на каменку. На каменку ушел. Ой, господи, хуя я краки закосматил. А, зеленка один. На балконе давай один. Давай наебем всех на Б. Зеленка один, на балконе один. Фу, еще раз говорю. Че, ты будешь тыкать? Блять. Малая выход. Да он заебал, блять. Этот есть. Отлично, бойцы. Готовьтесь, блядь, к следующему раунду. Знаешь, меня на топ. Знаешь, откуда их стреляют, короче? С этой кишки. Сейчас как типа ёбну какого-то. Сука, ну как я его, блядь, я его вообще там не вижу. Ладно, дубль 2. Блять, я не могу. Пиздец. Все, каменку, да? Тихо. Догадывайся, что я тут. Нет, он догадывается. Надо как-то научиться прокидывать каменку, где он сидит именно в это место. Не гранат убивать. То есть вот там просадиться. Да видел я, сад хочу сюда. Готовьтесь к следующему раунду. Бомба. То есть я имею в виду, чтобы опрокидывать, на то место, где он сидит, на каменке. Бомба взята. Блять, посмотри каменку вверх.
Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Я только этого слышал. Бомба. Уничтожить объект. Единственный, кстати, варик. Ну, это так вот иметь, короче, чтобы просто забегать в бабушку. Цель уничтожена. Все понял. Сейчас я его убью. Блять, один на центре, один на кишке. Ну чё, они ткнул? Ой, меня прокинули с нашей респы. Выполняйте задание. Ну да. Остались только вы. Наверное. Следующему раунду. Бомба. Уничтожить объект. Бомба взята. Пиздец. В центре мало, ну, допустим, я знаю, где, да, они сидят. И как их убить? Проиграли бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Господи, на пинг дал. Могу как стрейфануть еще. Бомба. Уничтожить объект. Бомба. На камень ушел один. Давай обманем их, короче. Давай кишку зарашим. Там один бомба. А, ты уже все прошел. Ты прошел кишку, если двое, центр один, короче, и один кишка. Бабушки. Выполняйте задание. Мы надеемся на вас. У тебя есть дым, у тебя есть граната. Гранат. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Предсказуемо. А зачем он шифтовал? Думаю, у него шанс есть. Бомба. Уничтожить объект. Бомба у нас. Вообще есть предложение просто центр зайти и все. Справа. Ну и так, вот кишка. Выполняйте задание. Остались... Бомба заложена! Окно.
Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Егор как сосочек вообще наебал. Вот этого я не слышал, а того слышал точно. Бомба. Уничтожить объект. Бомба. Это что за прострел волшебный, типа? Ты бы сразу бы предупредил, я бы просто заглушил. Ой-ой-ой. Я еще в Саню, прикинь, стрелял. В него и так противник стреляет, а я еще в Саню вдобавок стреляю. Саня, извини меня. Нет. А что делаем? Саня на малый. Давай я забегаю. На каменьке. Угу. Ну почему? Чё, я очень сизи размотаю. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Я же попал. Красный же по-любому. Тем более, видишь, UMP дало 4 патрона первых без задачи, и нормально. Бомба. Да надо скрипт записать на UMP. Уничтожить объект. Макрос. Чтоб без задачи стрелять. Бомба у нас. Макрос на UMP без задачи. В центре двое. Жду. Справа один, один за железом. Меряю магазин, меряю магазин. Наверное, на камне ушел один. Так, ну убей. Интересно, он додумается вылез сейчас. Кишка один. А он еще раз вылезет. Давай, давай, брат. Ну ты че? Господи, шо с тобой? Еще раз. Да не, я не могу, я не могу. С кишки жди. Тихо. Кишка. Дым, дым. Господи, как ты это делаешь? Отлично. Отбор. Готовьтесь к следующему раунду. Саня, ну ты видел, я в него попадал. Да, он умер. Вообще, я не знаю, это как. Он на маминых пирожках просто. Вот и все. На допинге. Ну? Уничтожить. Ты вообще, ты что такой фраз? Давай центр, короче, не дробим. Я дым дал, все, побежали. Да я еще один дал. Побежали, да, подожди, что ты слабак, что ты? Давай забегаем. Он на длине там у него, на центре. Да нет, Саня, слабак, надо было сразу помогать. Бомба у нас. Центр, центр. Центр кидает. Докрутился, ну. Готовьтесь к следующему раунду. Ты такой это мумба-юмба такой. Не, какой-то чат там. Уничтожить объект. Бомба у нас. Ну там за этой, за стойкой, блядь. На кишке, в смысле. Он читер отвечает, просто тупо читер. Кинь гранату на балкон, будь скиллом. Мы проиграли бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Да он читер, я тебе говорю, я в него попал, а он не попал. Лево, да? На коста. Бомба. Уничтожить объект. Даже Саньку не убил. Просто снайперка не у тебя в крови лечит. Отбой.
Я нормально на этом выдаю. Только мне просто не везет. Ну, когда нужно в бурне играть, я всегда типов убиваю, которые в бункер забегают. Как ты это? Я еще с того места даже чекаю тех пацанов, кто сам. Дай снагу, я на центр буду смотреть. Ишь, ты что захотел? Да забирай. Хорошо. Мы кто? Рейнджеры. Мы рейнджеры. Бомба! Прям я смотри, как пацаны сейчас будут, пушки летят. Да, ты даже. Ты сейчас нубан, да, типа не попадешь, когда мимо пробегать там. Кишку все пошли, что ли? Да сейчас я раздам, короче. Это будет очень прикольно. Только не говорите, короче, что они это. О, господи. Все, я понял. Он, короче, на гараже. Давай. Красиво было. Прикольно. Ну все равно прикольно. Бомба. Защищайте объект. Ну вы, они не рашат так, честно. Ну ладно, дубль 2. На это невыгодно. Меняю магазин. Меняю магазин. Ну ладно, давай дубль 2. Прикольно. Опа, я такую позицию сменил. Саня, ты чё меня покинул-то? Я тут думал, ты мне помогаешь, смотришь. Взял, свалил. Ну, пацанов, тактика нормальная просто. Сидим, ждем, потом бахнем и рашим. Ой, справа еще один. Да, блядь, ну что это за пинг, нахуй, а? Но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Мне это Red Gaming вообще мне не нравится. Бомба. Поэтому я просто бегу и занимаю. Защищайте объект. Сейчас я им ни одного раунда не отдам. Саня, все, смотри, центр. Бля, это поздно уже. О, тип там полегче. За брони с стеклом. Перезаряжаю. Стекло у них на респе, блядь. Все, готов. Готовьтесь к следующему раунду. Я что-то инфу не дал, просто вот он. Они нубас, но он покажет. Защищайте объект. Оп. Я перехожу на кишку. А именно где? Важная инфа. На респе.
Отлично. Да господи, вы можете сказать, что я сейчас возьму, да просто зарашу всех, отвечаю, они меня уже забесили. Я им покажу скилл. Бомба! Защищайте объект! Опа! Что-то у них нихуя не выходит выходить. Ой, такой заходи. Че, еще один там, Лёх? Да, да, да. На ящики полез. Да, конечно. Да кого? Пфф, с респы только. Респу свою рашишь, что ли? Да, конечно. Это вообще 100% вариант, так и надо делать. На, оставить. А, да что за подстава-то, нахуй, а? Я тебе еще хотел сказать, что кажется на кишке. Ну что ты так не сказал-то? Ну я не раз. Ну видишь, присел. Серег, оп, ниндзя. А если бы я в окно попал, все было бы иначе. Да не, он не нубас, он был вывести. Бомба. Ну все, я их зарабатываю. Хотя где-то я это уже слышал, но все равно я их зарабатываю. Коцал! Да. Но не крыса, а если две скалпы взять можно? Мы будем сами вдвоем и долбить. Знаете, что сделать? Ввести режим детонации. То есть, если ты в определенной области и находишься более чем 10 секунд, то ты взрываешься. Что-то там про снайперку говорил. Он кухню с чего ушел. Слева. Да ёбаный брод, а! Бой, но не войну. Надо было сразу префнуть. Надо было просто чекнуть и все. Надо было просто префнуть так. Надо было просто. Прикинь, это последний чувак. Бомба. Ну да. Защищайте объект. Чё, я сейчас зарабатываю. Отчитаю. О господи, вы ни за что не поверите, где он закрылся. Тут ни за что вообще не поверите, а он на что-то контейнер, прикинь, залез. Это разве вообще нормально? Да нет. Я где-то слышал, а больше потерял. А, вот он. Я его слышал, короче, и потом потерял. Готовьтесь к следующему раунду. Сначала услышал, а потом оглох, да? Бомба. Защищайте объект. Господи, какие они жесткие. Пять, ни одного. Прошли, прошли уже на камень. Один центр, Саня, блин. Да блять, ну что за непруха-то, блядь? Я думал, они оба на каменьке, один, блядь, центр на малом. Инфа была, блядь. Бомба. А ты мне не поверил? Защищайте объект. Господи, вот как тут? Я даже заразился.
У всех помогает, когда бежишь, ну это прям трясется все. Меняй магазин. Ну, Саня, бойцы. Вот что Саня без звука играет. Смотри. Все, Саня, давай я тебе буду помогать, будем дабл чекать мид. Защищайте. 5-4-2-1. Не пошли. Да ты их прижимаешь просто, видишь? Он сейчас даже не. Он даже не думал выходить. Нет никого. Они, может, через кишку все решат пойти все-таки. Сука, на балкон рашит. Вы последний. Выполняйте. Я тебе говорю, он жирный был вообще. Прошел походу. Прохушел с малой налево. Пиксель мелькнул, я видел. Да нет, вот он, блядь, к следующему раунду. Берем много снайперок. Бомба. И играем. Защищайте объект. Все, давай, Саня, чекаем мид. Мимо. Ждем еще его. Ну ты че мне не помогаешь-то? Ну бас, да. Вот носит на каком доверии мы играем. Все понятно. Сука. Последний, на кто остался? А я по не попал и ушел сразу. Кто кишку смотреть будет? Ты давай в следующий раз до конца мид стоим. Да у меня тут сатана творится вообще, блядь. Отлично, бойцы. Четырюга. К следующему раунду. Бомба. Давай, Саня. Защищайте там. Нет в центре, будем помогать. Егор. Центр идут. Блять, они охуели. Осколочная. Малая.
центр. Окно центр. Надо быть. Центр был. Отлично, бойцы. Готовьтесь. Okay. Как я влетел, сейчас увидишь, офигеешь. А мне пофиг, я назад дал. Бомба. Защищайте объект.